Скоро крыша закончит ехать. Лифт доберется наконец-то до конца. И мы посмотрим, какие будут мини-игры в этот раз. Итак, друзья, у нас сегодня третья суперсерия. Напомню, что сегодня вышло сразу три суперсерии. Не забудьте их посмотреть, предыдущие две. Там были какие-то загадочки небольшие. Для того, чтобы стать победителем, в этой серии тоже будет небольшая загадочка. Мы сегодня поиграем в одну игру, которая называется... Лифт. Во вторую игру, которая называется... Крыша. Там едет крыша сверху вниз, нас немножко придавливает. И поиграем в мини-игры, и все это в одной серии. Короче, очень прикольно. Довольно интересно, я думаю, начинаем. Хорошие денечки. С канала. Папа. И дочки. Как и в прошлый раз, первая игра в суперсериях — это едет крыша. И она едет не тихо, а весьма быстро, ребята. Крыша сверху настигает нас и пытается придавить, а мы должны спуститься вниз. Так, девочки, отправляемся. Смотрите, какая будет сейчас интересная карта. Уже видно, что нас ждет. Сначала вот так, потом вот так. О, я сразу по центру. Девочки, давайте сюда. Так, тебе везет. Давайте, я здесь. Ариша, ты где? Ты везун. А ты вот она. Везун. И Рита везун, да. Смотрите, кстати, у Риты сегодня такой же рог, как в игре. Да? Куда? Ой, сюда. Ой, что делать? В дырочку. Не вижу. Потом сюда, сюда. Да что я такой неловкий? Чего я промазываю? Я тоже. Я. Мы просто профессионалы, ребята. Мы в этой игре профессионалы. Мы профессионально разваливаемся на части. Да. Кто играл в эту игру? Если кто-то играл, поставьте лайк и напишите, разваливались вы в этой игре или нет. А мы попробуем еще разочек. Смотрите, сформировалась карта. Да. Космическая, ребята, космическая карта. Вон там спуск, потом где-то тут спуск, потом здесь. Вроде никаких препятствий нет, просто должны... Все, готовимся, смотрите. Где? Ой, Тетрис написано какой-то, смотрите, здесь Тетрис, прикольно. Next, Heart, Level 1, поехали. И вниз. Ура, спустились вниз. А куда бежать? Тут бомбы не трогайте. Чувачок, чупа-чупсик, вниз. Ребята, да, у меня получилось спуститься. Не знаю, как девочки, как у вас успехи? Есть. Вы пока бежите? А я вижу Аришку, вижу Маргариту. Ок. Аришка даже вырвалась чуть вперед. Крыша еще не подъехала. Я спустился вот сюда. Упал. Мальчик прыгает. Мы бежим просто к дырке. Я не успеваю, подождите. Кто-то просто... Нет, к дырке бежим. Вниз. Мальчик сюда куда-то спрыгнул. Ты молодец, по лестнице папа. Спускаемся. Куда дальше? Нет, я боюсь. Это лабиринтик. Может, вот сюда? Нет. Быстрее. А, вон она дырка. Фух. Успел. Молодец. Дальше. Паркурчик небольшой, бежим. Все, переживаем Марио. За папу. Йоху. Так. Что, наверх? Нет. Вниз, спрячусь. Не успел. Ладно, друзья, давайте во вторую игру перемещаемся. Поехали. Третье слово — это Ариша. И, внимание, задание. Мы проговорили в каждой серии по одному слову. Скажите, что связывает все эти три слова? Все, первые попадут в следующую серию в рубрику «Победители». Все, кто угадает эту загадку из трех суперсерий, получат сердечко от канала. И вторая игра у нас сегодня — это что? Лифт! Лифт, да, и мы проедем два этажа, посмотрим. О, к нам, кстати, все больше и больше подписчиков подключается, да, Афонина Даша. И белый мир, я люблю белый мир. А в белом мире белая дверь. Заходим, ребята, вау, мы куда-то попали. Что здесь такое? Код, надо ввести код. Я сзади двери обойду, так. Обойдем здесь, хопчик, ага, какие-то код, восьмерочки вводим все. Давайте, щелк, что ли, или что? А ну-ка, выйти можно. Ребята, они там внутри, а я тут снаружи побегаю, вау. Дочка Ариша тоже куда-то побежала. А вокруг лифта можно пробежать? Да. Смотрите, нет, невозможно. Я уперся головой куда-то в белую стену. Безумный мир. У нас лифт какой-то плоский. А я, кстати, когда отдаляюсь, я даже почти исчезаю. Смотрите, я должен быть видимый, а какой-то невидимый. Смотрите, да. Все носятся тут кругами, что-то все подписчики. Не мы. Знаю, что делать. Аришка тоже носится. Так, может, что-то Димастион какой-то. Все, давайте переносимся на следующий этаж, посмотрим, что там. Интересно же, какое нас ждет последнее приключение в лифте в этих суперсериях. Новый этаж. Здесь компьютерный офис. Так, я пойду сразу здесь переодеться в шкафчике. Чик. Здесь вот заберусь одежду. Может, можно что-то стащить с собой в лифт.
О, здесь кроссовки валяются, хватаем кроссовки. Так, давай запнем, запинывайте лифт. Да. Во, есть, есть. Ой, ребята. Коробочку запнули. Вот, одну коробочку в лифт запнули. Дискотека! Так, еще. Дискотека? Прикольно. Так, а что тут вызвать? Короче, кто-то вызвал... Коробочка здесь лежит? Ребята! А, она исчезла. Я думал, коробочка с нами поедет. Да. Так, ну ладно, все. Переходим в третью игру, в третьей суперсерии. Интересно, какие же там ждут нас мини-игры? Поехали. Друзья, и... У нас теперь мини-игры. И в этих мини-играх мы с фенами сейчас будем бегать. Друг друга сдувать. И сдувать будем друг друга с этой карты. Я надеюсь, папу, дочку никто не будет охотить. Папа, наконец-то. Наконец-то я могу вас всех сдуть отсюда. О, так, поздувал часть народу. Ой-ой-ой, я кто-то сдул. Афоне надо... Нет, только не это. Так. Нет, я еще держусь. Давай, папа, держись. Так, Даша, Афонина, получай. Она и тебя сдула? Сдула меня, да. Вот это приключения. Эй, летаешь. Давай, мальчика сдуваем. Есть, я победил. Победили папа, дочка, Афонина, Даша и Самир 133. Молодец, папа. Это круто. Я вас, кстати, специально не сдувал, девочки. Не сдувал, вас кто-то другой сдул. Какой-то сдун сдул сегодня девочек. И переходим к следующей мини-игре. Сейчас посмотрим, что за мини-игра. Так, давайте теперь посмотрим, что нас здесь ждет. Я не знаю. Кстати, у Аришки ручка вернулась. У тебя есть рука. Ой, я поняла. А штаны так и не вернули, друзья. Кто-то забрал. Кто-то еще сдул. Две руки. Не знаю, что-то крутится. Надо кверху все время держаться. Ой, нет. Держитесь кверху все время, девочки. Все время. Здесь прыжки помогают. Ой. О, это куб переворачивается. Девочки, куб переворачивается. Будьте осторожны. Вверх. Теперь... А, печка. Так, теперь туда бежим. Туда. На компьютере удобнее. Да, на компьютере удобно. На телефоне не очень удобно. Так, да. Здесь на эту стену. Электрические разряды. Перепрыгиваю. Фух, целый теперь. Вверх. Сюда, есть. Я цел. Друзья, я один? Нет, еще не один. Смотрим, куда? Есть, так, циркулярки. Опять бежим сюда. Так, нам надо выжить. Ой, шипы. Шипыми. Так, ау. Лайнеры. Есть, я, нет. Немножко продули. Никто не победил. И как бонус мы в этой третьей суперсерии поиграем еще в одну мини-игру. Опять я синий. Красный против синих. Красная! Ариша с папой. И что мы здесь должны делать? Стрелять? Или что? Что мы делаем? Что мы делаем, девочки? Я убегаю. У нас автоматики. Мы друг друга должны получать. Кто победит? А, мы замораживаем. Друзья, мы замораживаем. А кто-нибудь может замораживать? Не знаю. Нет, друг друга мы не можем, мы замораживаем. Да, Рита такая идет и замораживает. Папа такой, тебя заморозили, Рит? Нет. Нет? Давай, мочи всех. Я спряталась, я боюсь. А, ты спряталась. Оу. Так, девочку сейчас я там заморожу. Отлично, я иду к ней. Нет, я не иду. Я хочу отморозиться, помогите. Разморозьте меня, стрельните в меня. Помогите, пожалуйста, кто-нибудь по мне бабахните. А, ну. Есть, надо дотронуться. До моей льдинки, пожалуйста, дотроньтесь, красные. Ой, пожалуйста. Да, Аришка, за тобой охотятся, я вижу, за тобой охотятся с разных сторон. Эх, мою бы льдинку кто-нибудь бы дотронулся. Я хочу. Давай, постарайся, может, ты красный на чужой территории. Вот она подкрадывается ко мне, Ариш, назад. Теперь налево. Да не туда, ты доправо пошла. Вот он я, посмотри, где ты бежишь. Вон она. Вот тут ты за деревом спряталась зачем-то, да. Афонина Даша охотится за Аришей. О, меня освободили, ура. Все, закончилось. Есть. А что, кто победил?
Я не понял, кто я победит. Тоже победила. Ну да ладно, не важно. Да, ребята, да, третья суперсерия тоже подошла к концу. Если вы не видели первые две, обязательно посмотрите. Сейчас ссылочки на них появятся сразу в конце серии. И первую посмотрите, и вторую посмотрите, и ответьте на задание. А кто еще не видел на канале Sisters Family TV новое видео, и его посмотрите. А сегодня вы были на канале Папа и Дочки Геймс. С вами сегодня были папа, дочка Маргарита и я, дочка Аришка. Подписывайтесь на наш канал, с нами всегда весело и интересно. Хорошие денечки с каналом Папа и Дочки.